Ребят, всем привет! Посмотрите, какая красота! Ну, просто посмотрите. Сегодня самое холодное время. Дальше пойдет повышение температуры, слава богу. Вот. Сегодня прям апогей. По-моему, минус 38 ночью даже было. Вот. У нас такое редко, на самом деле, бывает. Ну, а мы с вами гуляем по нашим родным, по нашим родным местам. Вот вы все помните прекрасно, как мы здесь ходили летом. Зимой здесь все время вот это кольцо завалено троллейбусное, потому что скидывается сюда весь снег. Ну, иначе куда его скидывать? Знаете, необычно, да? Как будто вчера мы с вами ходили здесь летом, на почту. Угадайте, куда сейчас я иду. Ну, не на почту, конечно, но на Wildberries. Сейчас я, конечно, приготовился, смотрите, перчатки напялил, чтобы руки-то не отморозить, пока иду снимаю. Вот. Конечно, плохо, что я иду, разговариваю, вон угли валяются троллейбусные, меняют их, эти квадратики. Раньше в детстве собирал их, бегал. Вот, сейчас помню постоянно. Нет, вы посмотрите, а... И вот это солнце, да? Раньше постоянно на старых троллейбусах, но они и сейчас ездят. Постоянно, если вот он чуть побыстрее поедет, все искрится вечно. Постоянно какая-то идет, видимо, морозная. Ну, в общем, очень холодно для троллейбусных этих проводов. И... Не холодно, просто, короче, они спадают постоянно, штанги. И очень сильно искрятся. Вот я. Не успел выйти уже, сразу же у меня все заледенело. Сейчас я спрячу палец, а то очень уже замерз он. Не успел я выйти, уже седые волосяшки. О, посмотрите, кошмар какой-то. На самом деле, я хочу сказать, что на улице, ну, не прям, чтобы... Холодно, морозно, да? Чувствуется. Ресницы все побелели аж даже от счастья. Ну ничего, у нас лето было. Жара невозможная, все лето стояло, просто умереть не стоит. И зима должна быть холодная. Иначе что это тогда за погода? Конечно, хочется бывать передышечки. Ну типа, в жаркий знойный день хочется дождичка. Или там недельку, чтобы просто поморосил дождик, спокойно пожить. А зимой, конечно, вот так вот жить, ну, тяжеловато, наверное, для нас, тех, кто в средней полосе живет, будет тяжеловато. Кошмар. В общем, куда я иду? Я иду в Wildberries забрать свои заказы. У меня на самом деле там два товара. Вот. Один из которых я, в общем, заказал бутылочки. Знаете, раньше все время они мне попадались на глаза. Такие, знаете, типа маленькие. Типа шампуни туда наливать. Вот. Туристические моменты. Вот. Но я туда буду наливать спирт, чтобы протирать телефон. Потому что я свой телефон мызгаю. Вот этот меньше, потому что я на нем только снимаю, считайте. В Москве-то я практически не снимаю. Вот. Потому что основную свою часть времени я провожу в телефоне. Соответственно, блядь, у меня аж ресницы слипаются. Соответственно, он очень сильно грязнится и заляпывается. Я хочу его протирать, потому что дома-то я его протирал раз в месяц. Я его спиртом все там, точечки все, углубленница. Я все протирал спиртом. Кошмар. Это ужас какой-то. Вот. А
Сейчас у меня спирта нет. Приходится просто тряпочкой с водой протирать. Это тоже все хорошо, но раз в месяц у меня раньше была такая всегда херня протирать спиртом. И возьму еще святой водички чуть-чуть. Хочу окропить квартиру святой водой. Конечно, не знаю. Дай бог, чтобы хватило. Блять, ебаная собака. Кобыла ебаная несется. Из-под меня вылетела. Я ж это... Чуть инсульт не получил. Вот. Дай бог, чтобы, конечно, хватило мне этой, вот этой маленькой бутылочки, чтобы окропить квартиру. Потому что нужно же во что-то налить и чем-то еще окроплять. Не буду же я руками вот так вот ходить во все углы. Я вообще планирую только углы окропить. Вот. В принципе, мы с вами почти дошли. Вот. Сейчас такая пойдет творческая плеяда на моем канале. Я сейчас приду, выложу видео с концерта сольного, который я уже давно хотел выложить, из Гнесинской академии. Вот. Вечером ко мне приедет Катя. Ну как вечером? Уже скоро, через часик она, может, ко мне придет. Мы с ней будем смотреть «Гарри Поттер и Кубок огня». Потому что первые три части «Философской тайны» и «Узник» мы посмотрели. Сейчас будем смотреть «Кубок». Вот. Я пока отключусь, потому что я уже подохожу. Ой, не знаю, будет тут слышно или нет. Потому что я варежками прикрываю динамики. Вот, бутылочки пришли. Они небольшие. Я, пожалуй, спирта налью две бутылки. А святой воды одну, потому что у меня святой воды очень мало осталось. Сейчас каждое утро я стараюсь, если не забываю, ну, три штуки я уже съел. Просвирку. Кушаю. А мне на день рождения просто подарили большую просвирку. Я ее и еще, по-моему, на какой-то праздник дарят. На Пасху, что ли, не знаю. Ой, сейчас я руку спрячу. Ну и вот. Я еще зимой нарезал. Блять, каши какие-то. О-о-о. Стоят там, обнимаются. Не могут с места сойти. Вот. Я нарезал. По-моему, я уже говорил. И их высушил на этом, на подоконнике, на солнце. Летом еще. Вот. И, ну, чтобы все было хорошо, каждое утро на голодный желудок надо по одному маленькому сухаричку съедать. И святой водичкой запивать это. В идеале, конечно. В идеале при молитве еще, конечно, это все делать. Но я съедаю. Бывает без святой воды, бывает со святой водой. Ой, самолет летит там. Видите? Когда солнышко, все так хорошо видно. И это специальное видео я делаю, чтобы те, кто меня уже давно смотрит, вспомнили мои родные места и посмотрели, как здесь зимой. Вместе с вами мы прогуливаемся. А, кстати, год назад я очень часто гулял по этой дороге. Потому что это моя дорога детства. Всю жизнь прокатана по вот этой вот проезжей части. В плане даже велосипеда. То есть вот я на велосипеде здесь гонял все время. Потому что здесь не так много машин. И дорога хорошая относительно. Вот. И раньше, ну вот год назад еще, когда я здесь был, вот именно осенью, зимой, вот именно вот в этот период, то есть где-то ноябрь-декабрь, я ходил когда на почту часто, о, едет тралик, ну когда что-то заказывал себе, вот. Я частенько ходил пешком вот здесь. Мне нравилось, потому что я сразу в детство впадал. Я еще слушал какую-нибудь музыку из Гарри Поттера. Вот. Ой, я сейчас так спокойно умылся, почистил зубки, замазал все свои синяки, хоть это и бесполезно.
Но тем не менее, все это сделал. Понимаете? Я имею в виду, что не торопясь. Укутался. Видите как? Перчатки надел. Обычно, ну почему я, например, все время бегаю нараспашку, может быть, из-за этого я и болею. Потому что я все время опаздываю. Все время тороплюсь. И все время я из-за этого не успеваю что-то сделать. Вот. Поэтому, знаете, люблю, когда мне никуда не надо. Ну, вот прямо так по времени. Я належусь, насижусь, напержусь, напомажусь спокойно, оденусь. Я сейчас иду как капуста. На мне так много вещей. На мне так много вещей. Вот. Но зато я спокойно все это надел, нашел, отрылся в бардаке. Вот. И знаете еще, каких видео у нас с вами давно не было? Не то, что давно. Вообще не было в последние несколько месяцев. Это видео на окне. То есть вот я не ставлю штатив, да, на окно. Возможно, потому что сейчас темнеет быстрее. Вот, обычно же я вечером записывал видео-то все. Темнеет сейчас. Из-за этого я и не сижу. Да и что тем более делать? Да? Что там? Вот. Все равно, если раньше там ходишь, например, с заказом каким-нибудь, придешь, покажешь, допустим, да, или еще чего-нибудь, то сейчас вот что делать? Ну, надо хотя бы одно, знаете, вспомнить. Был бы дневник со мной, я бы с дневником вам записал видео. Я еще думал, брать его или не брать. Думаю, зачем, и так целый чемодан везу. Блин, вчера в классике... Кстати, вчера в классике... Блин, я вот это видео так не выложил. Блять, скоро же год пройдет. Короче, мы вчера выступали в концертном зале «Классика». У нас есть такой зал. Ровно год назад, ну не год назад, 2 марта, по-моему, я пел там целую программу. Ну, мне предложили, а я выступал. Я уже не первый раз, кстати, выступаю. Блять, палец замерз. Ой, давай, телефон, пиздани. Вот. Выступал на, короче, на выставке одного ивановского, по-моему, даже кохомского художника. Ой, блядь, не могу я держать уже. Руки все замерзли. О, у меня это рога. Не рога, а эти, как его, штанги эти. Лазит там. В общем, это... Выступал я год назад на выставке одного художника кохомского. Он уже умер. Как раз это была година. То есть он умер в 21 году, а мы в 22 пели. Целую программу я там пел минут на 20, по-моему. Вот. В общем, короче. И вчера я в классике смотрю, за кулисами лежат целые пачки календарей. Большие такие календари, которые перелистываются. Ну, вы знаете, не просто плакат, как раньше делали зачастую, а именно вот перелистывающийся. Я смотрю картины, а потом читаю, а это как раз того художника. Я говорю, блин, а их там прям пачками, вот такими запечатанными пачками, причем пачек, наверное, 10 лежало. И сверху на столе, и под столом. И какая-то пачка распечатанная, так и там, короче, лежал вот один из календарей. Я думаю, дай-ка я полистаю. Я, значит, это начинаю листать. Ну, картину там, естественно, картины, и ниже уже календарь сам. Ну, то есть месяц, допустим, да. Переворачиваешь, другая картина, другой месяц. Я говорю, бля, вот свистнуть бы мне. Я бы, конечно, мог забрать, но я не взял. Но надо было свистнуть. Пипец какой-то. Тем более я пел в память об этом. Я, кстати, уже не первый раз. Мой последний концерт в Москве, который был, вот где я выступал, где еще пока запись не выложил, тоже был художник. Красивая такая картина во весь, во всю стену. Тоже художник пел. А еще, кстати, ребят,
Вчера у нас афишу сейчас наклеили, по всему Иваново клеят афиши, с Гарри Поттером, с оркестром или с чем, не знаю. Я так хотела оторвать, потому что картинка была такая красивая. Все, руки отваливаются, я пришел домой, тут пес орет, поэтому я отрубаюсь. Мои хорошие, извиняюсь, что вот так вот, ну, извините.